Всем привет, дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. Сегодня у нас на обзоре посылка из Китая. И здесь стадикам стоимостью 1500 рублей, $20. Запакован, как видите, в такой вот пакет, который пакуют обычно сотовые телефоны, чтобы ничего не сломалось. Да, я еще у продавца тут заказал такую вот маленькую штучку. Это переходник с VGA на HDMI. И даже есть выход на AUX. То есть, допустим, у меня стоит монитор старого образца, видеокарта нового образца. Сейчас новых видеокартах попросту нету выхода VGA. И приходится вот использовать такие вот штучки. Сейчас уже одна такая функция клирует, как бы, но я думаю, что эти вещи не очень надежные, поэтому заказал еще одну. О, гляньте, тут даже положил вот такую вот коробочку смятую, видите, HD адаптер. У нас HDMI и выход на VGA плюс аудио. То есть можно даже с помощью вот такой штуки подключить к старому монитору даже, допустим, цифровую приставку для приема цифрового телевидения, и сразу на колоночке будет выход. В общем, полезная штука, она там стоит 100 рублей. Поэтому всегда просматривайте товар у одного продавца, чтобы покупать, ну, в одном месте, и посылка оплатилась один раз, доставка посылки. Так. Сам стадикам. Модель Q08. Вот такая инструкция здесь. Даже крупно написано все на английском языке. Ну, сзади на китайском. Отлично. По весу она прям такая увесистая. Здесь шнур для зарядки. Ну, тоже пригодится, конечно же. Достаем. Здесь пульт для дистанционного управления телефоном, для фотографии. Он обычно вставляется на этом стадикаме. Вот в это место. Сначала по стрелочке вверх, потом вниз. Так, да? Здесь у нас внизу не просто ручка. Эта ручка превращается в трипод. То есть в обычный штатив. Вот. И то есть можно установить камеру на штатив. Ну, главная цель этого монопода — сбалансировать именно телефон при записи видео. Сюда вставляем мы телефон. Давайте посмотрим, насколько растягивается. Ну, то есть достаточно для большинства телефонов. Думаю, проблем не будет. Здесь у нас прорезиненное все, чтобы не повредить, не поцарапать телефон. Так, сделаем сейчас эту, затянем часть. И самая главная фишка. Включаем. Оп. Так вот, видите? Давайте вот так вот все сделаем. То есть я рукой шевелю, а телефон стоит на горизонте. Если я нажму, то есть здесь даже заряжен был аккумулятор с коробки. Так, да, вот здесь вот зарядное гнездо. Micro USB. Нажимаем еще раз. И телефон становится вертикальное положение. Для съемки вертикальное положение. Смотрите, как он быстро реагирует. Да? Вообще вот замечательно. Так. Раз. Давайте сейчас проверим наш брелочек. Вот. 4 секунды держим. Теперь нажимаем Bluetooth. Гимбал селфи. Давайте включим теперь камеру. И проверим, работает ли у нас эта кнопочка. Ну да, вот сделала она фотографию. То есть, если в режиме видео, начинает снимать. Очень удобная вещь. То есть, вы можете поставить его на штатив и отойти, нажать на кнопочку, снимать в этот момент. Давайте, кстати, посмотрим, 6,5 дюймов влезет ли. Вот что вот очень практично сделано, так это даже держатель для телефона весь складывается, защелкивается. То есть с собой брать очень удобно.
Да, вот видите, у меня теперь нажмем. Вы на ходу можете точно так же его включить. 3 секунды зажимаем. Все, он загорелся зелененьким тут диодиком, сигнализирует, что он работает. И не переживая, что вы завалите техгоризонт, спокойно идти. Единственный минус именно этого стадикама, то, что он держит только в одной плоскости. Держит горизонт. Вверх-вниз он не держит. Здесь вы уже регулируете механически вам угол наклона. Если вы хотите, чтобы в двух плоскостях вам регулировал автоматика, тогда такой стадикам стоит 4000. Я вам оставлю на него ссылку. И на этот, конечно же, оставлю ссылку. Ну и, конечно же, можно легко переделать в обычный штатив. Тогда мы отключаем его. Несколько секунд держим. Видите, он просто теперь в расслабленном состоянии. Здесь фиксируем в нужном нам положении. Здесь, кстати, несколько положений, где можно защелкнуть его. И затем превращаем его в обычный штатив. Трипоид, или, скорее всего, даже он в четырех точках будет фиксироваться у вас. Ну и можно поднять его на высоту. Выглядит это вот так вот. Где-то на высоту полметра спокойно можно поднять и снимать. Вот. И в четырех точках он установлен на поверхности. Также можете снять брелок, отойти, нажать и начать съемку. Итак, по итогу скажу, что замерил аккумулятор, он на 400 мА. Хватает его на час съемок. Удобно пользоваться во всех отношениях. Девайсом я очень доволен. Хотя вот эта часть здесь стоит пошаговый мотор, греется. Ну, лишь бы выполнял свою функцию, да, и снимал, работал. Удобно и пользоваться и брелочком. Даже я заметил, что где кнопочка, да, вот этот брелочек. Здесь можно вставить шнурок, и то есть на руку его нацепить, чтобы его не потеряли. В общем, оставлю в описании к видео ссылку на этот стадикам. Если учесть, что он у нас стоит больше 4000 рублей, цена в 1500, $20, ну, вполне оправдана. Я доволен покупкой. Всем удачи, пока, подписывайтесь на канал, будут еще интересные обзоры. Всем пока! The sun is here. You